И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон, Покемон, Серега и подписчик. Сегодня мы играем в GTA 5. Режим у нас Daylight с фильма Трон. Так, где вы все ездите? У кого какой цвет? Сразу говорите. А, я вижу, справа написано, у кого какой цвет. И сейчас Максим у меня сольется! Блин, нет, я сольюсь. Я подался, я специально подаюсь вначале, а потом начинаю просто всех нагибать. А вот Димас правду говорит. Тут есть какие-то суперспособности, да? На Е их можно юзать, но их надо по карте собирать. А, я ускорение. Думаю, что у меня. О, чуть не врезался, офигеть. Тут вообще очень стрёмно, конечно. Блин, стрёмно. Я так рядом проехал, жесть. Так. Блин, круто, пацаны. Начинаем веселиться. Ну что, Димончик, ты у нас каким цветом? Буду специально зеленого преследовать. Ты готов умереть? Я. Колдуй баба, колдуй дед, Димка сдохни в обед! Иди отсюда! А я ж могу заюзать прыжок. А я такой хитрый жук, да. Димон, я тебя сейчас буду убивать потихоньку. У тебя такая способность. Говно! Димон! Ну ты хитрый жук! Кто там? Это Димка. Да ёпта! Блин, я что-то еще не разогрелся. Димас, я двоих убил, офигеть. Так не должно быть, ты читеришь. Димончик, как так-то? Так я не заметил. Бывает невнимательность, человеческий фактор. Я просто назад начал смотреть и не увидел, что ты спереди там где-то. Я даже, Дима, не ожидал, что с тобой может такое случиться. Я понял, ты коричневый. Точно, как кусок... Какашки. Шоколада. Шоколада, я понял, хорошо. Так, Димончика преследую. Я хочу отомстить тебе, Димон. За что? За то, что ты есть такой. Так ты меня и так убил. Я слабо тебя убил. Так это было не убийство, это было самоубийство. Ты сам на луч наехал, а чтоб я тебя наказал. Ладно, не урчи. Ух, за полоска прям рядом еду, она исчезает передо мной. Везет, дурачок. Блин. А, Димон, я тоже прыгнул, твою полосу, а ты мою. Нет. Это было круто, Димончик. Ай, блин, посмотрел, как сколько FPS на записи. Прокатила отмазка или нет? Да, прокатила. Блин, такая отмазка, вижу, уже не работает. Раньше вы вели, сейчас уже вижу вообще. А что тут справа 4-6, что это такое? Жизнь. Это у тебя жизни осталось сколько? И потом останутся лучшие хлопчики. А, получается, у меня еще 4 жизни? Да, а у меня сколько? 3 из 6. У Макс Кей вообще ноль. Надо наказывать. Макс Кей, если врежется, то он все проиграл. Так, блин. Димаса 2 жизни осталось. Да блин, я просто еще не подлобался, как ты. Ты играл всю ночь, знаешь, мы будем записывать, всю ночь играл. Я специально тебя так зажимал. Ты играл всю ночь, я знаю. В смысле всю ночь? Еще скажи антикласс, блин. Так, кто выиграл, кто проиграл? А блин, а чем мне поражение дали? Я ж там один раз кого-то выиграл случайно. Победа, я выиграл. Блин, так нечестно. Продолжи, давайте сейчас возьмем, там можно голосовать за карты, мы сейчас другой режим возьмем. Это знаете, почему я проиграл? Карта конченая. Блин, честно скажу, не было настроения, как начал записывать, настроение появилось. Совпадение? Дуб. Так, какой у меня след? У меня какой-то смешной след, наверное. Так, в следующий раз мы уже карту поменяем. Я снова розовый. Димон, согласись, красиво. Вообще четко. Это было просто... А мог бы я проиграть? Согласись, могло бы и такое быть. Ну да. Получается, знаешь, у кого больше жизни, тот ты победил. А, я думал, скажешь, дурачкам везет. Опять то же самое, Димон, столкнулись с тобой. Не, я не сталкивался. Прощай, Серега. Это не я. А, короче, наказал, думал тебя. Ну ладно. Так, карта такая какая-то смешная. Она очень простая, как двери, что ли. Как двери? Блин, я тут сальтухи кручу. А, не смог. На! Подрезал. Ребята, в этот раз я уже лучше играю, чем в тот раз. А, да? Да. Обрезай, короче, углы пацанам. С
суперсила моя. Потому что видел фильм «Трон я». Блин, мне ускорение не нравится. Я люблю прыжок. Прыжок спасает. На, кто там сдох? Да ты офигел. Димон, ускорение сработало. А ты говно. Круто. Я хочу тебя наказать. Я это сделал. Ты что, я перед линией твоей появился. Блин! О, я победитель опять-таки. А мне дали 4000. А мне больше. Опа, это я... Диман, классный танец. Это танец с локтями, да? Типа, знаешь, как колхозный такой. Играю на скилл. Хорош, шутить. Собрался? Все, собрался с духом. Готов мочить тебя. Я оранжевый, если что. Понял. Да как? Вы издеваетесь надо мной? Нет. А? Я вообще ее не задел. Ну, конечно. Издевательство конечно. Еще не началось, Серега. Так, ищем Димончика. А ты так заминировал все проходы, что ли, или что? Ну да, да. Я вообще кого-то убью в этой катке. Что-то мне не нравится этот режим. Не, Диман, нормальный режим пойдет. Вроде норм. Откуда ты там вылез? Точнее, зачем ты там вылез? Ладно, ладно, не урчи, сейчас я загашу. Опа-на. Надо по-хитрому тебя обмануть. Блин, говно прыжок использовал, а? А чё, тебе не нравится мой прыжок? Да, ты читер. Фантастический прыжок. Дима, в канате! Нет. А как? А вот так, я ж не дурак, как некоторые. А я чё, дурак? Чё? Блин, вот вы говно. Это я. Не говно, но вот вы говно, это я. Пока. Вы мои эти... О, Дима. Такой смех у Серёги. Блин, мне этот режим нравится, Дима. Я хочу еще потом его позаписывать. В этом есть прикол, тут реально скилл надо, не то, что там понты, там рандом решать. Нет, рандом тут не решают. Я тебя не вижу, где ты за мной охотишься? Блин! Так, охочусь за Серегой я. Надо охоту открыть, пацаны, на вас. Все, Серега, тебе хана, я именно за тобой выехал. На, нет, ему хана. А, не, он сам себя убил. А тогда за Димасом. Твоя линия тоже оказывается. Димас, все, ты фиолетовый Димас, я нет. С тобой выехал. Фу. Да говно ты запарил меня. Нет! Нет. Дима, ну как это, скилл? Нет, все, я сейчас. А, не скилл? Хорошо. Надо еще разок наказать, доказать. Счет 2-2, 2-2 счет. Хорошо. Хорошо. У нас ничья с тобой, Димас. Окей, босс. Да что такое? Серега, молодец, ты... Серега, я рад за тебя. Офигеть, а, у меня 3 из 6, все нормально, в принципе. У Сереги все, последняя жизнь. Ух, блин! Взял жопой, наткнулся. У Сереги? У Сереги. Нет, 0. Нет! Ну, Серега, не участвуй, Димас, мы с тобой один на один деремся. Вот ты че как? Читмен, ты читмен какой-то. Я выиграл? Да какого фига поражение, я же выигрывал. Вообще-то я выиграл. У кого больше жизни, тот и победил. Ну чё, давай, столкновение в трубе. Кто со мной? Дуэль, трубная дуэль. Серёгу я поймал в капкан. Ага, фиг тебе. Ах ты до говно. До свидания, девочка. А ты девочка, я сейчас тебя найду. Да давай, найди меня, деваха. Накажи его полностью. Так, только не врезаться в стенки. Да-да-да, тут стенки наказывают. У-ху! Так, где вы, где вы, где вы? О, еду в трубу навстречку кому-то. А, сейчас взорвусь. У-ху! Так, нет. Вот говно. Прощай, Димон. Где, не прощай? Ты там вырулил, что ли? Да, я вырулил. Ах ты читер! Блин, прям на Серегу почти убил, почти. Почти что не считается.
Так, что... Да, блин, они там скачут, скачут. У меня там ускорение мое мощное сработало еще. О, прыжок! Моё! Так, я что-то вижу впереди, что это? Блин, это я вижу кого-то впереди, это кто это? Вот тут, блин, Димасик тут наследил. Это я вообще-то. Так, а кто у нас? А, это Серго. Не, это Димас там наследил, я видел. Блин, я хочу тебя поймать и не могу, а теперь хочу. Блин, да а, когда, когда? Там, эта кабака взялась. Блин, я в шоке, даже неожиданка как-то. Неожиданка. Я ехал по потолку, и там полоска была. Это ты считаешь норма, Димон? Так же не должно быть. Должно. Димас, ожидай неожиданного. Все, Серега, я с тобой охочусь. Давай. Я жду тебя. Ну, где ты? А, говно. Я походу за Димасом охотился, да, я просто у вас цвет одинаковый, фиолетовый и розовый, он похож очень. Да вообще одинаковый, я вообще даже не отличаю их. Ага. Я имею в виду, он похож. Блин, хочу кого-то поймать, а вы где-то лындаете. 2 минуты осталось, пацаны, я должен затащить. Пока, Димас. Пока что, блин, у Сереги больше всего жизни, он победит. Нет, Димон, он не победит. Надо его гасить, короче, сейчас жестко. Сейчас я розового это найду. Блин, на свою полосу наехал, так хотел надомстить. Димон, так, все. Я очень... У меня последняя жизнь. А нет, у тебя у Димона последняя, надо, у меня надо, две еще. Нет, у меня нет последней жизни. Блин, Серега, я сейчас тебя убить хочу. Ну убей меня полностью, давай. А, это Димас, опять Димас с тобой перепутал. Димончик, ну что? Я за Серегой выехал. Я за вами двумя выехал. Вот он я, розовый. Надо даблкил сделать. Вопросы. Без ответов. Говно! Говно, Димон, ты загородил путь мне. Я тоже так делаю, углы режу. Я сам себя выкопался. Так, сразу на свое говно наехал. Блин! Я проиграл, получается. Димас, надо как-то я... Серегу, давай гасить Серегу вообще. А, я еще живой, я еще живой. Все, давай, давай. Серегу, розовый пошел в ход, в расход, то есть. Давай, Димон. Спасибо. И до свидания. Да. Серега, вообще Димон. А я наигрался, все, у меня есть опыт. Да не, Серега, это совпадение, не понтуйся. Это просто тебе везет, сейчас мы тебя вынесем. Да ё-моё, вот сейчас я сдох один раз, но ничего. Ну так тебе, та, это, вот это не случайность, когда ты сдыхаешь, это не случайность. Да, вот именно. У меня лагало, у меня лагало. Лагало, а, у меня мышка отставала, давай. Интернет у меня. Прощай, Сереженька. Нет. Беги, я тебя надурил. Вот ты хитролук. Лук. Хитролук. Я за Серега выехал. Я за ним тоже, Димон. Все, я чисто на розового охочусь. Только он меня интересует, больше никто. Давайте. Я только буду рад, если вы меня еще раз убьете. Так ты ж как секунд тикаешь. В смысле тикаю? Я вообще-то вам фору даю, я еще не во всю силу играю. Давайте. Ну конечно. На всю силу. 10 секунд, короче. Хай. Блин, мое ускорение ни к чему. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!